Калужском областном краеведческом музее открылась выставка «Мир твоих увлечений». Только зачем же, спросите вы, мы пришли в зубоврачебный кабинет? Именно здесь, в областной стоматологической поликлинике, работает одна из участниц этой выставки, Галина Ивановна Бабичева. Еще в детстве она начала делать игрушки из дерева, шишек, сучков и бересты. Эти легкодоступные материалы и сейчас служат ей основой для создания многочисленных поделок. Среди работ стоматолога Бабичевой целые композиции из деревянных скульптурок. В забавных фигурках вы легко угадаете персонажи из русских народных сказок. Особое направление в работах Галины Ивановны занимают миниатюрные игрушки. Не превышающие размером швейного наперстка, они состоят из десятков деталей. Экспонаты врача Бабичевой вызвали большой интерес у посетителей выставки в Калуге.